Не только защитить собственное имущество, но и помочь навести порядок на улицах города. Одна из рекламных компаний Архангельска взялась за установку видеокамер на остановочных павильонах. Что стало предпосылкой и какой ожидается эффект, Александр Богданович расскажет. Системы видеонаблюдений делают наш город безопаснее. Правда, всевидящее око есть не везде. Этот остановочный павильон стал одним из тех, что камерой обзавелся. Прибегнуть к инновациям агентству наружной рекламы «Факел» пришлось из-за вандалов, которые испытывают на прочность автобусной остановки, а привлечь к ответу злоумышленников удается нечасто. Не один раз нам их били, постоянно их разрисовывают, иногда происходит ДТП, да, и мы несем ущерб. К сожалению, ни страховые компании, ни полиция не помогают устанавливать нарушителей и привлекать их к ответственности. Первые видеокамеры с высококачественным изображением и ночной съемкой появились на остановках, расположенных по улице Воскресенской вблизи пересечения с Новгородским проспектом. Интересно, что на экране можно видеть даже самые мельчайшие детали – от номерного знака авто до изображения лица человека. IP-система видеонаблюдения, антивандальные, все погодные. Фокус у нее достаточно широкий, плюс HD-качество. Одна камера направлена на соседнюю остановку, там с широкоформатным ПТЗ-объективом, который направлен непосредственно на пассажиропоток соседней остановки. Еще две камеры, установленные на павильоне, фиксируют пассажиропоток. Компания «Факел» вложила в систему безопасности собственные средства, хотя цель не только защитить свое имущество, но и помочь навести порядок на улицах города. Хорошо, что устанавливают камеры, будет безопаснее для пассажиров. Это хорошо. А почему? Ну, потому что для людей как бы стараются. Ну и безопаснее будет, наверное, да, если камеры будут стоять? Я думаю, безопаснее будет. Это уже не первый их опыт в развитии уличной среды и создании комфортных условий для горожан. Большинство электронных табло с расписанием движения автобусов на остановках – дело рук «Факела». Так же, как и появление туристических карт в центре Архангельска. И здесь нет ничего удивительного. Компания «Факел» руководствуется в своей деятельности социально ориентированным бизнес-подходом, который можно охарактеризовать как реклама с пользой. Александр Богданович, Александр Кузнецов, Ольга Красулина, «Регион-29».